С 18 июля начала очередной учебно-тренировочный сбор в Мозыре национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ на базе СДЮШОР профсоюзов. Вернее, именно байдарка избрала местом подготовки столицу Полесья. Но и две сильнейшие каноистки Лена Ноздрева и Мария Попичич присоединились к дружине Владимира Владимировича Шантаровича, которая сегодня подводит итоги недавно завершившегося чемпионата Республики Беларусь. Скажу, что меня всегда чемпионат Беларуси – это этапность такой подготовки, где обычно основной старт сезона, до основного старта сезона остается 7-8 недель. И поэтому все специалисты, которые работают в национальных сборных командах, они все подводятся к этому старту, где-то 100% под модельное прохождение, ну и настраиваются после включения 7 недель определенных компонентов опять на повторение по развитию, они готовятся показать потом результат 103-102% от максимума. Ну, это психология, это мобилизация, это подготовка инвентаря, это фармакологическое обеспечение. Если брать персоналии, то Владимир Владимирович отметил Романа Захаренко и Владислава Кравица, Владислава Литвинова и Дмитрия Натынчика, Илью Федоренко, Алексея Мисюченко, Дмитрия Третьякова. И результаты, какие они показали в своих ударных видах программы. Их можно сравнить и сравнить в пользу белорусских гребцов с лучшими достижениями 2023 года всей мировой гребли. Заканчивали мы чемпионат Беларуси, это была 8-я неделя, 7-ю неделю прошли мы, 7-я неделя идем вниз, вот сейчас 6-я неделя, значит, это фундаментальная подготовка, это возврат опять к силовым компонентам, специальным тренажерным компонентам, значит, это развитие фоновой силы, это опять привести мышечные специализированные группы в порядок силового компонента. И вот мы на стадии вот этого заключительно. И опять уже включаемся в посадки в свои командные экипажи. Это двойки, четверки. И уже идет четкое формирование модели прохождения дистанции, которая позволила выступить успешно. И поэтому впереди вот эта московская регата. Скажу, что и россияне очень серьезно они готовятся. Они прекрасно понимают, что после того года выступления, значит, у них тоже должна быть. Поэтому я скажу так, что будет очень интересная борьба. И даже если мы посмотрим, что экипажи будут заезжать 1-2 в тысячных каких-то долях секунды, я говорю, что сезон мы проработали, пусть с определенными стратегическими ошибками в специальной работоспособности подготовки, может быть, не от нас зависим. Но мы будем заканчивать сезон в хорошем настроении. Следующая крупная регата наших мастеров гребли – это Кубок братьев Агеевых, который со 2 по 6 августа примет Москва. Далее главная регата сезона – Кубок Доброй Воли, который тоже пройдет в Москве с 29 августа по 1 сентября.